Привет, Вселенная, это Сергей Ульянов. Сегодня у нас сколько там? 16 июля, 9:08 по калифорнийскому времени. У вас по-прежнему, надеюсь, часов больше. Ну что, давно я не рассказывал о том, не закончил свою историю о том, как продолжалось мое нахождение в детеншене. И сколько там, я уже снял две части об этом, да, но событий, как вы видите, оказалось так много, что вот уже сейчас третья часть, видео достаточно объемное, рассказываю я не очень тороплюсь, в общем, да, и поэтому не очень тороплюсь, поэтому если вам не нравится мой темп, вы можете поставить там, да, в настроечках поставить увеличение скорости до скольки вам надо, и слышать меня в удобном вам формате. Я свое предыдущее видео остановил на том моменте, когда я все-таки решился позвонить из детеншена в Луизиане спустя несколько дней после того, как я узнал о том, что мой суд состоится здесь, прямо внутри, в детеншене, спустя несколько дней, минуя вот эти стадии, там, да, отрицание, принятие, там, депрессию, там, торг, вот это вот все, я решил открыть бумажечку, прошу прощения, которая мне пришла, листичек с, там, да, со списком бесплатных адвокатов. Выглядело это примерно так же. Это вот сейчас мне уже пришел новый список с бесплатными pro bono. Запомните эту формулировку. Pro bono — это значит бесплатно. Это международная такая юридическая формулировка. Я об этом не знал до того, как попал в detention, до того, как попал в тюрьму. Я не знал о том, что есть такое понятие pro bono. Pro bono — это международная классификация «бесплатный адвокат». Я уже говорил раньше об этом, думаю, здесь можно будет об этом повторить, что бесплатный адвокат не всегда значит, что плохое, скорее даже наоборот. Бесплатные адвокаты, кто это по факту? Это студенты последних курсов университета, которые берут ваше дело в качестве дипломной работы. И, ну, это я так, да, говорю в аналогии, да, с системой образования, которая известно нам, да, и, соответственно, это люди, которые максимально стараются так, чтобы кейс получил победу в суде, да, плюс, то есть это люди максимально замотивированные в победе, плюс впоследствии я узнал еще о том, что если ты проигрываешь дело, тебя исключают из ассоциации pro bono. Я сейчас могу немножко быть некорректен в формулировках, поэтому все кейсы, которые делают pro bono адвокаты, они максимально стараются взять выигрышный кейс, то есть перед тем, как они решают, берут они тебя или нет, проходит встреча, это может быть онлайн, офлайн, по телефону, собеседование такое, интервью, по которому они принимают решение, будут они тобой заниматься или нет. Так что если тобой решает заняться pro bono адвокат, это значит, что твои шансы на победу как раз-таки очень сильно высоки, потому что за поражение независимого адвоката, ну, как бы, его ниоткуда не исключают. В таком, в общем, ну, это я уже узнал впоследствии все, в общем, когда я дрожащими руками начал набирать в нашем, так как я находился в Луизиане, у нас было, суд у меня был, я же еще не знал о том, что у меня будет суд в детеншене. То есть мне пришло письмо от ICE-офицера, в котором он написал, что мой суд переносится сюда. Так и было написано «here». Ну, я подумал, что, видимо, в detention. В это тяжело было поверить, и большинство людей, тогда мы думали о том, что это будет не суд, что это будет интервью с ICE-офицером, ну, то есть всем очень сильно хотелось в это верить, что это не может быть суда в детеншене. Как? Какой суд в детеншене? Почему? А как же кейс? А как же мне делать кейс? И так далее, и так далее. Я понимал, что если у меня написано слово «Kurt», ну, значит, это суд, да, и это никакое не интервью с ICE-офицером. Хотя казалось это безумно странным, и
Как у меня может быть суд без интервью с Айсом, ведь они абсолютно не знают. То есть за все это время, условно говоря, за, ну вот я уже 2 месяца нахожусь в Америке, да, забегая вперед, могу сказать, что до сих пор никто не знает, по какой причине я здесь нахожусь. Ну, то есть никто не спросил меня, от чего я бегу, в чем, да, мой страх возвращаться обратно и так далее и тому подобное. Поэтому сразу, то есть... Понятное дело, что было сложно принять тот факт, что суд у тебя будет в детеншн. И вообще это звучит просто как-то страшно-страшно, да? Когда ты себе это представлял, что ты будешь там с кейсом своим придешь, там с адвокатом и так далее, тебе говорят, у тебя будет суд. Но когда он будет, было абсолютно мне непонятно. И в тот день, когда я дрожащими руками начал звонить, там было буквально 3 телефона, 3 организации на этом листике, я начал звонить, ну, то есть было листов больше, то есть там были в Луизиане в 3 городах адвоката, но так как где-то я уже слово Oakdale слышал, я уже сейчас боюсь что-то напутать, в общем, я решил звонить в Oakdale. Не помню, по какой причине это слово Oakdale. А, видимо, да, у меня на листочке на моем, который мне пришел после письма айс-офицера, пришло письмо о том, что мой суд будет перенесен в Oakdale. Вот. Это важно. Я не вижу смысла показывать этот листочек. Там мне было написано о том, что... То есть, причем этот листочек пришел вместе с моим листочком из... с моей первой датой суда из детеншена в декабре, и поэтому это все выглядело очень странно, почему мне пришла моя старая дата, а тут у меня написано, что у меня суд будет перенесен в Oakdale, я не мог понять, это у меня суд будет в декабре теперь в Oakdale, в Луизиане, или что, почему тогда нет даты, в общем, это все было очень странно, но, в общем, когда там же был список с этими пробоно адвокатами, я начал звонить адвокат, 3 была организация в Oakdale. И две мне, ну, то есть на первый день я не дозвонился ни до кого, а на следующий день до одной организации из 3 я смог дозвониться. Там была очень приятная девушка на линии. Я поясню, что, конечно же, весь разговор шел на английском языке. Моего уровня английского языка, которого, ну, то есть... Ну, оказалось достаточно для общения с ней. Конечно, там я сразу говорю, я хочу сразу сказать, что я сейчас живу в Лос-Анджелесе и общаюсь с разными людьми. Мой уровень английского языка ниже среднего. Ну, то есть, прям ниже. Ну, то есть, максимально недостаточно этого для того, чтобы работать условно там. Вот я по специальности маркетолог, то есть работать с американцами в компании, быть креатором, маркетологом, там, где нужно там в живой беседе обосновывать свои мысли, спорить, там, да, там, вот в контексте живого разговора, как с друзьями, нет, этого уровня недостаточно. Но для того, чтобы представить свои интересы девушке, той, которая подняла трубку, мне было достаточно. Я уже даже не знаю, как что рекомендовать тем людям, у которых с уровнем английского языка все не очень хорошо. Ну, наверное, просить кого-то из тех, с кем вы сидите там вместе в одной камере, чтобы они общались за вас и были таким, ну, то есть, условно говоря, переводчиком, да? Потому что, ну, как бы, к кому вы можете еще обратиться, если не друг к другу? И... Да, мы так друг друга выручали постоянно, поэтому, видимо, поэтому, несмотря на мою ориентацию, хотя я ее никому не демонстрировал, но были люди, которые знали о ней, которым я в бордере об этом рассказал, видимо, по этой причине со мной были неплохие взаимоотношения, потому что у нас были ЛГБТ ребята, которые не говорили об этом, но по которым, ну, было видно, ну, так уж получилось, да, и к ним было отношение, ну, не очень хорошее. Им было так немножечко некомфортно. Одному из них точно, другим как-то попроще. Вот, я, конечно, старался не
эту тему, ну, по минимуму как-то вот использовать, ну, так как уже часть знала, в общем, я думаю, что в каком-то смысле мне, мое знание английского языка помогало кому-то. Так, у меня что-то ноутбук разряжается, сейчас я, секундочку, пропаду из кадра. Провод поправлю. Вот, моего уровня владения языком хватило для того, чтобы пообщаться с девушкой-адвокатом. И ну, я еще не знал на тот момент, что это не адвокат, это был только лишь секретарь. Эта девушка записывала все то, что я говорил. Я рассказывал ей о своих страхах, о своем... как только я ей позвонил, первое, что я услышал, она сказала, она попросила назвать мой А-номер, я назвал ей свой А-номер, и она сказала, а у вас же суд 8 июня. Я хорошо это помню, потому что это было 6 число, и она мне говорит, у вас суд 2 июня, 8 июня, то есть через, послезавтра. И как ни в чем не бывало, я говорю, а вы будете в суде? Она говорит, ну вы нам перезвоните после суда и расскажите, как у вас там будут дела, как это все пройдет. И у меня прям все сжалось, у меня, я думаю, а почему ее не будет, она же адвокат, почему ее не будет в суде? Почему она мне говорит перезвонить после суда, зачем это все? Почему это все странно? В общем, потом у нас прошел с ней разговор про... Она спросила меня кратко про мой кейс. Я ей рассказал про свою историю, про притеснение по ориентации, рассказал про то, как я поддерживал митинги мирные в Беларуси и... Впоследствии в 2020 году, которые не поддерживают, ну, за новые, скажем, за новые честные выборы, да, рассказал про свою песню, которую я записал, которая достаточно хорошо разлетелась по телеграм-каналам, рассказал про свою жизнь, работу в Украине, про то, как я был в том числе и продолжаю быть против, так как эта война до сих пор еще не закончилась, против войны. В Украине, в которой Беларусь в качестве страны-агрессора поддержала Россию, и, ну, то есть, вот эту вот всю историю я кратко, там, я не помню, точнее, не могу сказать точно, сколько минут продлился наш разговор, но закончился он все тем, что, типа, мол, с какими-то рекомендациями о том, что идите на суд, будьте спокойны, уверены, расскажите свою историю судье, и все будет хорошо. Вот. И вот, важная часть. Ну и повесила трубку и сказала, что, ну, типа, позвоните после суда. Вот. Я, конечно, у меня от количества вопросов, которые просто разрывали мою голову, ну, больше добавить нечего, конечно. Я могу добавить только то, что я перед... Уже как только вот получил эту информацию о том, что мой суд переносится в детеншн, так или иначе, после какой-то из фаз вот, принятия, начал записывать свой кейс. Он у меня уже был записан в ноутбуке. Но так как я понимал, что я еще в самый первый день написал request, заявку на то, чтобы мне вернули там, мой телефон, чтобы я хотя бы мог посмотреть номер своего спонсора, но мне так и не отдали ничего, и ну, как бы ожидать того, что мне отдадут мой там написанный кейс к суду, не было никакого... В общем, вера в это, ну, надежда была, конечно, но... Опыт подсказывал, что ничего я не получу, никакого ноутбука. Поэтому я начал потихонечку записывать свой кейс в листочке. У меня вот
я выложил на стол, вот такие у меня папки, вот такие стопки листов. Те, кто там со мной был в детеншене, не дадут соврать, что я ходил постоянно с такими папками, все время что-то записывал. И, в общем, начал писать свой кейс, и, в общем, к суду я уже так достаточно конкретно все вспомнил, все детали, там все для себя прописал. И очень важный вопрос, который меня сильно беспокоил перед судом, звучал так: выпустят ли меня после суда, и если, и, во-первых, как мне писать мой кейс, если я буду в детеншене и мне не вернут мой ноутбук и мой хард-диск со всеми доказательствами. Да, у меня не был тогда подготовлен кейс, я имею в виду с точки зрения, то есть у меня был написан текстовый документ с текстовой частью моего кейса, но все доказательства были в разных папках, которые нужно было собрать в одну, ну и плюс уже еще нужно перевести, там апостилировать, понятное дело, да, то есть ты защищать свой кейс будешь на английском языке в суде. И кейс свой сдавать в форму I-589 ты будешь сдавать на английском языке, как ты можешь это все апостилировать в detention. Были первые мысли мои такие. И когда я получил свой... Ну, когда я понял, что все это будет происходить в detention, одним из самых главных вопросов был, как мне... выйти, если, ну, то есть, в общем, что будет со мной дальше? Мне скажут делать, писать мой кейс в детеншене, или скажут мне, или я выйду после этого. Ходило огромное количество слухов, и я, наверное, за день до суда ко мне подошел один из наших ребят и сказал, что когда судья будет спрашивать тебя, мол, будешь ли ты делать свой кейс в детеншене или нет, то ты скажи, пожалуйста, мол, то, что уважаемый судья, я готов делать свой... А, типа, если они к тебе подойдут и спросят, ну, нужен ли тебе адвокат, ты скажи, мол, да, уважаемый судья, мне нужен адвокат, но если... Как же я могу подготовить свой кейс в детеншене, если... если здесь нет моего ноутбука и всего остального. Вот, мол, тра-та-та. И вот, и тогда, типа, мол, адвокат может принять решение выпустить тебя из тюрьмы. Вот, но по факту с 6 до 8 числа я еще позвонил одному человеку, который рассказывал мне о своем опыте, до как он пересек границу. И я говорю, мол, вот такие дела. Он говорит, мне суд назначили в детеншене, что делать? Он говорит, слушай, я первый раз вообще такое слышу, не знаю, как тебе, что тебе делать. Иди в law library, в библиотеку, да, юридическую, где ты сможешь там получить какие-то документы, что-то почитать, там, не знаю, кейс начать свой делать как минимум. В общем, вдруг, если что. Ну и я пошел в эту law library, и мне там действительно дали две очень классных книжки. Дали их на английском языке, вот. Но они такие, на самом деле, несложные. И плюс, когда ты в экстремальной ситуации, ты начинаешь очень быстро понимать. Не знаю, как тебе это объяснить. Это называется I'm Afraid Go Back. Вот так вот такая вот там картиночка. A Guide to Asylum Withholding of removal and the Convention Against Torture. Это гид по получению убежища. Withholding, как это называется, защите от выдворения из страны и по конвенции о против torture, это типа насилие. Это три таких есть основных истории, по которым люди приходят, там, получают убежище, там, да, и прочие формы, по которым они могут остаться. Вот этот гайд очень классный, и я рекомендую вам найти эту информацию в
в сети, потому что там рассказывается о очень многих важных вещах. Где же еще? Эту историю мне дали в Law Library, напечатали ее и отдали безвозвратно. Что еще? Еще ж какую-то мне книжку дали, вторую, сейчас я ее найду. Мне дали форму, гайд, как заполнять форму I-589 на русском языке и на английском. Это было очень полезно, потому что там ты мог изучать и сразу и английский, и проверять себя, как ты правильно понимаешь по-русски, заглядывая в русскоязычную версию. Есть еще вот такой, нашел я, гайд, называется Asylum Workshop Guide. Вот выглядит он вот так. Можете тоже его погуглить. Тоже официальный, выпущенный National Immigrant Justice Service Center, документ, который рассказывает о том, как, собственно, защищать себя в суде. И в этом гайде, там прям черным по белому написано, что да, очень сложно защищать свои права, писать свой кейс в детеншене. Да, это, собственно, я возвращаюсь к теме, как попросить от судью о том, что как же я могу написать свой кейс detention, да? И там вот уже отвечают на этот вопрос, что да, действительно, очень сложно написать свой кейс, находясь в detain, да, типа в заключении. Но у вас есть друзья, которые обязательно вам помогут сделать ваш кейс. И, в общем, когда я это прочитал, я понял, что я, конечно, могу попросить об этом судью на слушании, но гайд этот от 18 года, что уже в 18 году, то есть 4 года назад, уже такие вопросы, на них уже есть ответы, и, скорее всего, никто ничего мне не даст возможности выйти и дописать свой кейс, если суд решит, что мне нужно остаться. Ну вот приходит, собственно, день суда. На суд я показывал в одном из предыдущих выпусков, там такие листочки нам давали, просто вот такие маленькие листочки, на них там писалось, куда тебе нужно, там писалось твое имя и фамилия, и куда тебе нужно идти, ты этот листочек показываешь там на всяких пропускных пунктах. И было утро, я, понятное дело, уже в 5 часов утра не спал. Я, ну, во-первых, плохо спалось, во-вторых, я, да, там, пытался там, в голове все время крутил там этот свой кейс, как там, что, чего, в общем, проговаривал, как более представить себя как-то, да, выгодно в суде, какие-то формулировки, и не зря, потому что уже в 7 часов утра меня вызвали в суд. Что из себя вообще представляет этот суд? Я почему-то решил, что... Я, конечно, не сопоставил о том, что суд-то у меня в Окдейле, а нахожусь я в Винфилде, то есть наш детеншн, я не совсем понял. Тогда для меня это было для меня... Логически можно было, конечно, до этого дойти, но я этого не понял. Кстати говоря, я в самом начале ролика не попросил вас подписаться на мой канал, если вам нравится это видео, поставить лайк, не напомнил вам об этом, не напомнил вам про свои соцсети, поэтому, ребят, давайте друг друга поддерживать, я делюсь с вами информацией, поддержите меня, тем более, что у меня очень много разной полезной информации по самоанализу и по адаптации в Америке и по моему опыту в целом, поэтому давайте будем друг другу дарить, да, позитив, да, отдавать, да. Кто что может, можете мне задонатить, тоже есть мои внизу все ссылочки. Так классно это показывать вниз, да? Прям чувствуешь себя прям блогер. В общем,
вызвали меня в суд. Я пришел, да, вызвали. Я-то позвонил своему адвокату и знал о том, что у меня 8 числа будет суд. Но другие-то люди не звонили никому, да, и не знали о том, что у них будет суд. Те ребята, у которых был свой адвокат, те, которые нанимали платного адвоката или социального адвоката еще до детеншена, они знали о том, когда у них будет дата. У кого-то уже дата была там 11 числа, у кого-то 6 числа уже был до меня там суд, у кого-то был 8 числа. Все приходили, кстати, те ребята, кто приходил до меня из суда. Во-первых, у них были проблемы с английским языком, и они половину вообще того, что с ними произошло, вообще не поняли. Кстати говоря, в детеншене это очень важно, вообще сохранять какую-то трезвость ума, потому что люди, во-первых, за счет того, что не знают английского языка, во-вторых, у них есть какие-то свои амбиции, они не хотят рассказывать о том, как они там опозорились, например, или как они там, что у них было не так, или... В общем, да, часто не хотят вообще рассказывать, что как все было на самом деле, и вам, когда вам что-то сообщают, всегда нужно там прокручивать через свое мироощущение ту информацию, которую вам дают. И поэтому от тех людей, которые пришли 6 числа, информации получил, ну, я вынес 0 с гаком практически, то есть никто не знал, что там было, что о чем спрашивали, ну, то есть как будто бы суда... Как будто ничего не произошло вообще там, да. Я понял, что понять вообще, что будет, можно только тогда, когда ты попадешь туда сам. Вот. И вместе со мной нас тут вызвали еще одного человека из нашего юнита, еще 2 человек из соседнего юнита и еще одного... из юнита, из которого я даже не знаю, из какого. В общем, мы дошли до здания, которое у нас называлось как Court, по-моему, так оно и называлось. Мы дошли до этого здания, показали там свои листочки и вошли в коридор. Коридорчик, там было много комнаток. Просто комнаток, такие как классы, я не знаю, как рекреации, как просто свободное пространство, вот какая-то комната, просто со стульями. Когда дошла... Кого-то вызывали по одному, кого-то вызывали по двое, кого-то, ну, то есть, как-то вообще странно это все происходило. У тех, у кого был адвокат, обычно их вызывали по одному. Не могу сказать, что это является каким-то преимуществом или недостатком, честно говоря, потому что у нас там, например, был человек, у которого был адвокат с самого первого дня, в общем, когда меня выпустили, который отправил все документы, все бумаги еще до того, как там... от поручителя там все заявления, еще до того, как нам об этом сказали, через несколько дней только. У него уже все эти документы были отправлены, и, в общем, когда меня выпускали, он еще оставался сидеть там. Вот, его, правда, выпустили потом где-то чуть меньше, чем через неделю, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, там, ну, то есть, наличие адвоката в данном случае... Ну, я боюсь какие-то давать какие-то громогласные там вот эти формулировки, что решает, не решает, что это наличие адвоката. Но факт остается фактом, что в этом рандоме абсолютном, который там происходит, ситуации бывают и такие. В общем, когда дошла очередь до нас, задали вопрос, типа, сколько здесь людей условно русскоязычных. И нас было 6, и вот прям всех, она говорит, ну, все, 6 и заходите, пожалуйста, в суд. Это выглядело, на самом деле, очень неприятно, особенно когда ты понимаешь, что мне очень страшно было, то есть я знал, что у меня ЛГБТ-кейс, я не хочу, то есть я понимаю, что сейчас те люди, которые там находятся, они сейчас... не знают о моей ориентации, и я сейчас не хочу об этом говорить при всех, то есть я боюсь, что сейчас начнутся какие-то шутки. В общем, если я сейчас начну об этом говорить, если меня сейчас начнут при всех спрашивать мой кейс, это будет очень-очень и очень неприятно. Для меня в первую очередь. Я понял, что ни о какой приватности речи не идет, и меня это очень сильно испугало, расстроило, и, ну, как бы поставила меня сразу в позицию неприятного внутреннего ощущения. И сказать, что, ну, как бы это добавило мне уверенности, то нет.
Вот. Плюс, конечно, сам факт того, что там как бы было ощущение какое-то вот, да, что как будто завели как стадо баранов туда, да, и, ну, то есть, и было ощущение того, что, ну, как бы что-то происходит то, что мне уже изначально не нравится, да. И сначала, как это все происходило, ты... Судья-то оказался, в общем-то, на экране, в трансляции, действительно, из Окдейла. Он был выведен на прямую трансляцию из Окдейла, и качество трансляции было очень плохое, плюс камера еще далеко очень висела, то есть ты там видел, что это мужчина, но ни черт лица, ничего, то есть и там где-то ходила еще девушка-секретарь что-то там. Там было видно, что она блондинка, это все единственное, что было понятно, да. Плюс на связи был переводчик, который со стороны судьи, то есть у нас было такое вот трехголосие, то есть у нас переводил переводчик, да, сначала судью нам, потом нас судье и так далее, вот. Задавались такие вопросы, мол, из серии, клянетесь ли вы говорить, там, положите вот руку, господи, поднимите правую руку, да, и скажите, что вы говорите, будете говорить правду, правду, только правду. Ну, то есть, это было очень мало похоже на вот эти фильмы, в которых там, да, вот судья перед тобой, и там, да, и ты там, у тебя красноречивая речь, это все было похоже на вот, на, ну, вот, ну, как-то не как-то вот, негуманно это все выглядело, да. Ну, то есть вот эти представления о вот этом том самом американском, самом гуманном суде в мире, оно как-то сразу рассыпалось, вот. Но сразу, забегая вперед, хочу сказать, что ничего страшного не произошло. Многие люди сказали о том, что, мол, я сейчас почему переключусь на это, потому что это важно сказать сейчас, что многие люди говорили о том, что это был не суд, это была какая-то херня, непонятно, что это вообще, зачем это нужно было, что, ну, как бы, но вот в одном из этих гайдов, которые я вам показывал, там есть прекрасный листик один, и это очень хорошо, что я получил эту информацию заранее, да, вот это очень важно про то, как не нужно обесценивать, да, я вот даже сейчас покажу этот листик, что не нужно обесценивать то, что с вами происходит. Вот, например, у меня была встреча недавно с офицером, казалось бы, ничего важного особенного не произошло, но я был у своего офицера, он отметил меня в документе, и я сделал чекпоинт. Да, это отняло 4,5 часа времени, да, но я сделал большое дело, я пришел на встречу со своим офицером, когда должен был это сделать, и это хорошо. Точно так же этот суд. Вот здесь вот есть такая вот история про то, что... Про то, как происходит ваш судебный процесс. Вот здесь такая схема. И в ней написано, что... Да, все. Тут у меня котик есть. Я его не буду вам показывать, потому что он не любит, когда его берут на руки. Давай я тебе открою дверку, котик. Он хочет выйти. Очень красивый кот. Очень напоминает мою первую кошку, мягкую. В общем, схема это говорит о том, что вот у вас типа было интервью на страх. Если было, то вы отправляете свою форму I-589 в суд. Дальше проходит мастер слушания. Но если у вас его не было, то у вас может быть... такое типа ревью судьи. И если он, судья, говорит вам окей, он дает вам форму 589 на заполнение. Если нет, вас депортируют. И что произошло на этом слушании? Судья всем выдал форму I-589. То есть по факту люди говорят о том, что ой, ну мол, мы просто поклялись. Судья задал 3 вопроса про то, что понимаете ли вы то, что... вы нарушили законодательство Америки и пересекли границу незаконно, вот эти вот все вопросы, и больше якобы ничего не произошло. Произошло очень многое,
вас не депортировали. Судья имеет право на этом суде вас депортировать из страны. Но нам всем на этом интервью, на этом суде выдали форму I-589. Это значит, нам дали возможность ее заполнить. Это очень сильно важно. Хоть это и выглядело достаточно неожиданно, назовем это так. Что это было, ну, неожиданно, очень неожиданно. Прозвучал такой вопрос, я вообще после этого суда вышел очень нервный, честно говоря, прозвучал такой вопрос, мол, нравится, согласны ли вы в том, с тем, что суд будет проходить таким образом. Я был не согласен, честно скажу, но большинством голосов, ну, вы же понимаете, эффект толпы, вот это вот все, да, оно все звучало очень странно. Потом был такой момент, когда судья задал вопрос, сейчас мы вам раздадим такие-то документы, и там была форма I-589, форма, как ее заполнять, следующую дату суда, то-то, то-то, все-то, то-то. И нам из всех, ну, то есть, и там шло дальше перечисление. То есть перечисление было такое большое, что переводчик даже не успевал перевести все то, что нам дадут. А мы, в свою очередь, получили только форму I-589 и инструкцию, как ее заполнять. И все. И мы такие говорим, а нам не да, а у нас нет приглашения на суд. А мы говорим, а у нас нет. И нам, кстати говоря, я забыл совсем сказать, потому что в этом кабинете находился помощник. Ну, то есть просто мужчина, офицер, который просто условно отвечал за трансляцию. И он нам подошел, показал какой-то листик условный. Он сказал, вы этот листик у вас уже есть, хотя нам никаких листиков у нас не было. И мы все якобы сказали, да, что мы все получили, хотя мы по большому счету не получили все то, что прозвучало в спиче судьи. И это, конечно, вот этот эффект толпы, когда вы все вместе, все что-то там типа мямлите, да, хотя ты... В общем, мне это очень сильно не понравилось, я вышел очень злой после этого суда. Что произошло дальше? Когда мы все вместе вот это все сказали, вот это, да, мы совсем все согласны, начали вызывать по одному. Судья начал разговаривать по одному со всеми следующими, ну, то есть со всеми из нас, с каждым из нас. С нами, кстати, в зале находился еще один чувак в оранжевой робе, про которых тут ходят слухи про то, что они убийцы, и мы там сидим в одной тюрьме с убийцами. На самом деле, в миграционной тюрьме в оранжевой робе сидят, насколько я понял, те люди, которые уже просто второй раз проходят границу Америки. Ну, то есть, они никого не убили, и ничего такого не произошло, они... Здесь второй раз находится в этом, ну, в общем, пересекли границу Америки. Ну, то есть я уже не определяю степень, это много, мало ли, или много ли, хорошо это или плохо, я не даю этому никаких оценок, но это лишь факт в том, что никого не убили. Вот, да, я, конечно, понимаю, что пацанам очень сильно хочется покичиться тем, что там мы сидели вместе там, с ребятами, у которых там, которые головорезы, да, и мы там преодолели это все, но на самом деле это просто парень был, которого чуть-чуть побольше проблем. Следующее, да, в общем-то, наш разговор в дальнейшем, скажем так, когда начали вызывать по одному, разговор был не намного дольше, он заключался из достаточно простых вопросов из серии, знаете ли, точнее, какой там был вопрос, есть ли у вас родственники в Америке, угрожает ли вам опасность в той стране, из которой вы приехали, есть ли у вас деньги вернуться обратно, и там, условно, какая может быть другая страна, если не ваша, какая третья страна может быть, куда вы хотите вернуться, если будет принято решение, где вас депортировать.
Ну и, собственно, все. И потом задавали вопрос только о том, что готовы ли вы начать рассмотрение вашего кейса. Вот. И здесь якобы тем, у кого были адвокаты, адвокаты советовали отвечать нет, мол, вам еще нужно подумать. Я не знаю, честно, я не буду. Там многие как раз-таки наоборот говорили о том, что нет, я хочу начать кейс свой, рассматривать кейс уже прямо сейчас. Не знаю, как правильно. В общем, выпускали после суда и тех, кто говорил да, и тех, кто говорил нет. Никаких... Здесь вот, как говорится, рекомендации к действию сказать я не могу. Я просто могу сказать, что я был в полном шоке. После того, как человек сказал о том, что он хочет начать рассмотрение своего кейса, ему сказали, вот твоя форма I-589, твой следующий суд будет 22 июня. Тогда было, я напомню, 8 июня. Через 2 недели ровно следующий суд. Приходи с заполненной формой I-589. Вот. И все-таки прям, ну то есть, форма, вот эта форма I-589, на заполнение которой дается целый год. И тебе говорят ее принести заполненную через 2 недели. Что происходит дальше? Так как человек 6 было в кабинете, я решил, что, наверное, ну, сейчас будут со всеми так разговаривать, но произошла какая-то заминка, и, насколько я понял, перезагрузилась программа в здании суда, и нам сказали, что все, на сегодняшний день все, программа перезагрузилась, все зависло, и... Все, встречаемся с вами 22 июня. Ваш суд переносится, то есть вас не послушали, ваш суд переносится на 22 июня. И я после этой информации просто выпал в осадок, я был в шоке, я был обескуражен, я был зол, я не знал вообще как, что будет дальше, то есть я сейчас буду сидеть, то есть мой суд, я очень сильно надеялся, что я выйду после первого заседания суда, хотя по факту это не имеет никакого значения. И, ну то есть еще раз повторюсь, кого-то выпускали после суда первого, после кого-то после второго, кого-то без суда, кого-то выпускали в день суда, до суда. Это все вообще какой-то вообще такой рандом. Я думаю, что те, кто там уже был, все меня прекрасно понимают. В общем, когда я вышел, я был очень злой и очень расстроенный. И единственное, что я понял, что до 22 числа мне нужно как-то срочно начать делать свой кейс. И я понял, что есть огромная вероятность того, что я могу вообще отсюда не выйти. Я уже на тот момент находился... 26 числа меня привезли. Давайте посмотрим. 26, 27, 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я уже 12 дней к тому моменту находился в детеншене, и у меня тут суд переносится еще через 2 недели. И я сижу, и я думаю, надо начинать работать над своим кейсом. Есть ощущение того, что меня отсюда не выпустят. Следующие несколько дней я начал, я записался в Law Library, это было, я каждый день писал туда заявки, реквесты, чтобы меня туда пускали. Это было то место, где я, во-первых, мог немножко головой расслабиться от вот этих насущных бесед в одном и том же коллективе с одними и теми же вопросами, шутками, развлечениями. У меня была возможность выйти в другое. Ну, то есть, что из себя представлял Law Library? Это тоже такая же комната небольшого размера, там было на ней несколько компьютеров без интернета, в которых ты можешь просто читать какие-то электронные версии вот этих же самых книжек.
которых вот мне дали распечатанные, плюс ты можешь там заполнить свою форму I-589 в электронном формате, это же PDF, в который ты можешь вписывать буквочки. Ну и там был администратор, который мог отвечать на твои вопросы. Прошу прощения, милейшая девушка. Одно из самых приятных, самых лучших воспоминаний моих в детеншене, потому что она была очень открыта, она отвечала на вопросы. Да, она не всегда была настроена на то, чтобы действительно решить некоторые вопросы, которые, условно говоря, я задавал ей вопрос, как мне получить свой ноутбук обратно. Она якобы предпринимала какие-то решения, но по факту они все равно не привели меня к тому, что я получил этот ноутбук. Но я не могу быть в этом уверен на 100%. Может быть, что-то зависело не от нее. Вот. Но она в любом случае была таким теплым светлым пятном. Из тех людей, которых я встретил, там было большое количество, какое большое количество, там порядка 3-4 парней из Латинской Америки, не помню из каких стран, к сожалению, которые говорили по-английски очень хорошо. Был один парень турок, который очень хорошо говорил по-английски, и мы прям как-то вот, это была какая-то такая отдушина, мы делились там своим каким-то опытом, там друг другу там что-то подсказывали, какие-то были шутки. В общем, это было как-то, это был классный, классный коллектив, мне очень нравилось находиться в Law Library. Там я сидел, писал свой кейс, читал вот эти все книги, вот эти все гайды, задавал тут же по ним вопросы. Вот, но при всем при этом я столкнулся, так как я больше других начал выходить из своего юнита, периодически я там выходил из Law Library на обед и возвращался обратно в библиотеку, то есть кушал не со своими ребятами, а отдельно. Это позволяло мне встретить каких-то других людей, которых я никогда раньше не встречал на нашей территории. Но я не могу сказать, что это был хороший опыт, потому что я... опыт был очень полезный, конечно, но этот опыт меня очень сильно стрессовал, потому что я встречал тех людей, которые уже 2 месяца находится в детеншене, уже 3 месяца находится в детеншене. Я начал слышать истории о том, как кого-то там, кто-то находился 5,5 месяца в детеншене, защитил свой кейс в детеншене, и потом защитил его неудачно, его депортировали. Это были разные национальности. Это кто-то был белорус, кто-то был русский, кто-то был грузин, кто-то был таджик, кто-то был азербайджанец. То есть не было никакой логики в том абсолютно, кого держат, кого выпускают, кто как выйдет, кто как, где каким образом остается. И единственное, что я понял точно, это то, что мне нужно делать мой кейс. Я этой информацией, всеми своими инсайтами делился со своими сокамерниками, как бы это смешно и грустно не звучало это слово, с ребятами из нашего юнита я делился. Все они говорили так, да мол, ты чё, кейс будешь защищать в детеншене, в смысле, это же невозможно без адвоката. Я говорю, подождите, ребята, а если вас здесь будут держать 3 месяца в детеншене, вы что, хотите сказать, что вы будете ждать 3 месяца? Они говорят, мы будем ждать, но без адвоката это же невозможно. Короче говоря, я понял, что я абсолютно не хочу, если мне суждено здесь просидеть 5 месяцев, а латиноамериканцев, там были люди, которые сидели 72 дня, я встречал таких, были 76 дней. Ну, то есть я наслушался очень большое количество историй разных, которых абсолютно мне не вверяли никакой веры в то, что я выйду отсюда раньше. Плюс я уже посмотрел, как вот так вот заседания суда могут просто из-за того, что программа перезагрузилась, просто перенести на 2 недели. Я понял, что мне нужно срочно писать этот кейс, потому что эти суды могут переноситься и переноситься, и переноситься, и переноситься, и все это время, сейчас официально меня не могут депортировать из Америки, но это же совершенно не значит, что я не могу весь этот срок просидеть в заключении. И, соответственно, пока там, да, пока границы не откроются, поэтому я понимал, что нужно только прислушиваться к своему внутреннему чутью, и оно мне подсказывало то, что нужно начать делать этот кейс. Рассказываю, как начал делать это я, если вы спросите, как можно сделать кейс в детеншене. Вы же знаете, что меня выпустили, поэтому
кто-то сейчас, может быть, воспримет эти рекомендации как, типа, мол, ну, рассказывай нам, все равно нас всех выпустят. Но есть люди, вот я сейчас встретился, когда ходил на встречу с айс-офицером, что остались люди, действительно, которых выпустили, ну, которых до сих пор не выпустили. Таких людей обычно 1, 2, 3 человека из всех этих вот, из 40 людей в камере, но они сидят долго, и в любом случае, вы же прекрасно понимаете, что кейс вам нужно сдать по истечению года после того, как вы пересекли границу Америки, а не после года, как вас выпустили. То есть, если вы 3 месяца сидите в детеншене, этих 3 месяца вы уже удаляете из своей... Из времени, которое у вас было на подготовку этого кейса. Поэтому я решил, что если сколько бы мне там ни сидеть, я буду кейс этот готовить. А учитывая то, что я слышал истории, что из детеншена... Слушайте, латиноамериканцев с самолетами. Там был самолет один, который, по-моему, только на... Как же эта страна называется? Сейчас... Могу соврать. В общем, у нас был самолет, который просто людей в одну страну депортировал, просто ну, то есть целый самолет из людей из какой-то страны латиноамериканской. То есть какое количество там людей сидело, которых просто депортировали, не сидели, их депортировали. И когда ты это видишь, что самолетами людей там по 40 человек депортируют из детеншена, ты не сидишь уже ха-ха-ха, хи-хи-хи, меня завтра выпустят, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты уже начинаешь сидеть головой думать, как тебе защитить свой кейс. И после этого я начал списываться каждый день со своей подругой. Я написал У меня заметок, это только одна вот, это просто маленькая часть вот этих вот листов, ну, еще листы, вот еще, вот. До хрена всего, короче, я начал писать в список просто, кому мне нужно там написать письма с доказательствами из друзей, кому мне нужно... Где мне искать мои доказательства в социальных сетях? Короче, я написал, где мне на какие статьи, подтверждающие, что сейчас такая-такая-то обстоятельство с гомофобией, такая-такая ситуация с политическими обстоятельствами в нашей стране. Я начал составлять такие списки и начал своей подруге по телефону рассказывать, что-то писать ей имейлами, но ограничения есть по времени, ты можешь там в течение получаса находиться только у планшета, писать эти письма, поэтому нужно было что-то часть передавать устно, чтобы она писала прямо пока мы разговаривали, записывала что-то списком, она получала из мейлами от меня. Но в итоге, если, скажем, в первые там... У меня, короче, минуты закончились очень быстро. У меня закончились минуты, я говорил, что у меня на месяц было... 500 минут, в итоге меня минуту уже 15 числа меня выпустили. 14 числа у меня уже было 3 минуты. Ну, то есть, вот эти вот, начиная после суда, после 8 июня до 14, я с 9, 10, 11, 12, 13, 14, за 6 дней я потратил практически все 500 минут, потому что я, ну, там, рассказывал, где получить доказательства, как составить письмо. В общем, ну и началась работа, и я понимаю, так что если бы я там остался, я, ну, не хочу, конечно, даже представлять себе, как это было бы, но это, ну, если вам действительно предстоит там сидеть 3 месяца, имейте в виду, что вы можете это сделать, а желательно, конечно, иметь какую-то ссылку, которую вы можете своей подруге условно прислать, просто чтобы она ваш кейс взяла да и распечатала сразу. И отправила просто по почте в суд. И чтобы вам ничего не нужно было делать. Но когда я уезжал, во-первых, я уезжал в спешке, у меня не было возможности подготовиться, я свой кейс писал на коленках, поэтому... Ну, то есть, еще я читал огромное количество
писал, читал огромное количество информации о том, что кейс сейчас не нужен, или даже лучше, чтобы вы с ним не приезжали, потому что если его найдут в ваших вещах, то вас не пропустят в Мексику и так далее, и так далее. В общем, было огромное количество разной спорной информации. Ну и плюс дело даже не в спорной информации. У меня, правда, не было возможности его писать. У меня была канва, но ее нужно было всю приводить там, да, над ней нужно было сильно работать. Поэтому имейте в виду, что если вам там суждено будет просидеть, и вы сейчас еще только готовитесь уезжать, возможно, было бы круто, если бы ваш кейс был уже готов на какое-то количество процентов. Имейте в виду, что если вам его понадобится делать в детеншене, то, ну, это вам заметно облегчит жизнь. Но это выбор ваш, как говорится. Я не рассчитывал на такое развитие событий. Тем не менее, оно произошло, да, но и вы скажете, ну, тебя же все равно выпустили, да, ну, меня выпустили, но кого-то нет, кого-то до сих пор не выпустили, кто-то до сих пор сидит, может быть, до сих пор не делает свой кейс. Короче, я здесь не судья никому. В общем, ребят, классная тема, достаточно болезненная для меня, но я думаю, что для вас было важно узнать об этом. И буду благодарен, если будете меня поддерживать подпиской, лайком, подпиской на мои соцсети, донатами. Мне по-прежнему нужна помощь здесь, находясь в Америке. Я дарю вам какую-то экспертизу, делаю это абсолютно бесплатно. Поэтому я такой за круговорот добра, позитивной энергии, да, вообще и всего классного. Подписывайтесь на, пишите в мой телеграм-канал, приглашу вас в наш чат «Лучшие люди Америки», где мы поддерживаем друг друга, делимся своим опытом, своими, как мы что у кого чего, мы друг другу помогаем. Я создаю сообщество людей, открытых друг другу, поэтому в мои соцсети, само собой, подписывайтесь. Был рад быть рядом с вами. Уже садится голос. Увидимся завтра. Пока, Вселенная.